Ребята, всем привет! Продолжаем проходить Half-Life 2. Осталось-то пройти всего лишь две главы. Но это не точно. Но в этом ролике мы будем проходить до последнего. Потому что уже пора бы заканчивать. Ёбаный в рот. Так. Куда мне? Туда, да? Ну, погнали. Будь что будет. Серьезно? Тут и такое бывает. Так. Теперь мне с этой фигни запрыгнуть сюда. Где я лазю? Нету здесь нигде прыгающих макак. Чувствую, меня расплющит. Или не расплющит? Нет. Не сегодня. Так. Что у нас дальше по расписанию? Туда иди. Блин, я испугался. Фигня какая-то лезла. Ага. А, так можно было, да? Что-то где-то шумит. Чё где шумит? Не, я надеюсь, я вообще правильно иду. Так. А мне в какую сторону? Не на налево, наверное, да? Не, я вот сюда, да? Можно, да? Нет. Ну ж, на Е надо было нажать. О, всё. Поехали. Надеюсь, я выбрал правильный маршрут. Здравствуйте.
Свет в конце туннеля. Было так ярко. Что-то опять темно стало. Куда едем? Куда нас привезут? И долго мне так кататься. Пиу, 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 пиу. Сколько вас еще? Вас в предыдущем ролике столько перебил, а вы все лезете и лезете. О, здрасте. Ладно, хорошо, что это не прыгающие мутанты. Ладно, люди. С ними проще, с ними можно договориться. Эти роботы. Нос честно не могу. Это к беде. К пиздюлям. Можно вообще пока расслабиться. Тут катаемся. Кто знает, когда наша остановочка? Что, наша остановочка? О, мягенькая посадочка. Так. Тревога. Обнаружено нелегальное оружие. Кого? В смысле? Моя пуколка! Не отдам! Ура, не отдам! Мне кажется, его как будто улучшили. Пшел отсюда! Пшел! Пшел! И типа у вас ни оружия не было ни одного, да? Итак, это вы, доктор Фрим. 200 брони, не шутите. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, и согласитесь. Я иду за твоей жопой. Здрасте. Пшел в жопу. Пшел! Пшел! А оружие испаряется, да? Прикольно. О, фотоспышка. Не сегодня. Я танк, ёпта. Пошёл в жопу. Здесь открыто. Здесь пойдем. Ага, да. Нишу. Так. Здесь открыто. Серьезно? Не прокатит. О, лифт. Я не достаю. На!
Поймать. Нет, не поймается. Так. Бых. Пока все очень хорошо. Опять ты. Серьезно? А, стоп! О, лови! 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 Лови обратно! Да отстань ты от меня! Вызывай поганый лифт. Откуда у вас все прет? Нате вам. Фото вспышка. Отстань от меня. Типа, да ладно, типа, ты что, непробиваемый шаль? Лети сюда. Сколько у вас? Наконец-то. Какой ж ты долгий. Ты заколебал. Лети отсюда. Да? На. На. Она в тебя шариком. Ой, да ладно, я шариками... Стрелять смог, да, я видел. Сорян бы. Кто на батьку? На! На! Даблкилл! Выше? Поехали выше. Ждете, да? Да. Нате. Нате. Тебя так убью. Не простреливается, да? Обидно. Стоите. Ну, стойте. Шо отсюда? Шо отсюда? Приехали? Еще выше. Скажите, доктор Фримен, если... Ничего не скажут. Я молчаливый. Он и сразу все и ХП, и броню устанавливает. Шутя. Угу. Да.
ничего не знаю, ничего не слышу. Бых, бых, бых. Всех раскидал. Да-на! Да-на! Не отрывается! На! Да неужели? Смотри, Гордон, смотри, от чего ты отказываешься. Стоит ли оно того? Как собака скулит. От чего я отказываюсь? Вот он, вспышка. Мне и не показал, от чего я отказываюсь. От роботов, что? Шатал я твоих роботов. Че, опять поездочка? Ну, поехали, раз просите. Покатаемся. Чё за? Ну, всё нормально. Ты куда? Психанутый какой-то. Меня сейчас будут сканировать. Улыбочку. Ой, в смысле? Я думал, нам налево или направо. Вообще наверх куда? Да, чёрт, быстро. Такие. Вот это понятно, с тобой-то мы воевали не один раз. Куда все? Темно, что-то вообще не видно ни дыры. Да, кстати, я видел спидранер, игру прошли за где-то 20-30 минут. Я, ёпта, уже 8-й ролик снимаю. У меня в стиме уже вчера было 8 часов наиграно. Какие нахрен 20 минут? Ну там баги там перепрыгивают туда-сюда. Я тут 8 часов кувыркаюсь с этим Фрименом. Ну, наверное, вот эти 20 минут он катался, наверное, вот по эти фигни, потому что их, наверное, не пробагаешь. Ну там через стенку можешь как-нибудь перепрыгнуть. Темная энергия. Кстати, вроде последняя глава. О. Мое оружие! Отдай! Куда понес? Я заберу его. Не сопротивляйся. Бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Блять, мне кажется, тихо. Ромка. Простите, Гордон. Не извиняйся. Газовые гиганты, на которых
Да, мы сейчас с ним лично, что ли, увидимся? А то обычно все через телек. Невозможно описать, но что я видел, блин, тоже не выразишь словами. Геноцид — неописуемое зло. Боже ты мой. Так-так, это же Гордон Фримен. Что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Альянса. Ну да, сейчас, да. Доктор Брин, Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах, лишь одно — убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай... Если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть... Ой, она здесь. Алекс, милая. Папа. Гордон? Мы все, семья в сборе. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид, или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее, но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Давай. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда! Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мосман, прости, пожалуйста. Твое время вышло. Нет. Назначен командиром отделения 1. Быстрее! Папа, держись! Дура! Осторожно, он нет! Хочет... Папа! О, нет, не волнуйся обо мне, милая. Нет времени, Алекс, он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит... Присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон. Я его часами забью, пойдем. Долбить так буду. Гордон, мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца. Не. Ну что ж, спасибо, что пришел со мной. Не. Отдай. Эй, послушай. Вот он. Да и... Че они падают? Вон он. Интересно. Блин, часы не проходят.
Часы свои забери. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? О, Господи. Это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации. Чё? Это плохо? Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Давай, делай что-нибудь. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Что я могу? Быстрее в лифт, я тебя впущу. Давай. Я, может, этого догоню, мягко по нему. Часы это покажи заберу. Им, Гордон. Конечно. Будь осторожен. Запал он у меня. Это доктор Брин. Вот он. Часы забери. Доктор Брин, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может... Я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за чёрт? О нет, комбайны. Откуда они взялись? Чё, не притягивается? Не слушай его, Гордон. На. Не знаю, куда мне надо. Я катаюсь туда-сюда просто так. Эйте! Термина это надо, да? Я бы назвал это бессмысленным. Тебе сюда, да? Стриснули с дороги! Вы все еще здесь, доктор Фримен? Так, мне это туда, да? Ненадолго, я полагаю. Он не поднялся? Ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. О, Господи, портал открывается. Что я могу сделать? Что делать-то? Не могу попасть.
Ой, да ладно. Попал. Ой, еще одного попал. Что делать? Это ж поднимается. До сингулярности 30 секунд. Типа подождать, на канал поднимется все. Особое внимание. До сингулярности 15 секунд. Особое внимание. Нет, он уходит! До сингулярности. Не смей, Фримен! Ты не понимаешь, что творишь! Дал шарика поймать не могу. Ты просто не понимаешь последствий. Ты можешь уничтожить всю цитадель. Подумай, что ты с людьми внизу. Нет! Я нужен вам! Получилось! Да как здесь появилось? Мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть. Не-не-не, нет. Время, доктор Фримен. Время? Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Ты кто такой? Вы сделали очень многое за короткое время. Че у тебя с глазами? Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет опять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Слава Богу. Какой-то страшный. Давай, давай, пока, пока. Ой, все, наконец-то. Наконец-то прошли. Титры мы, конечно, смотреть не будем. Их пропустить нельзя, да? И ничего страшного. Ребят, всем спасибо за просмотр данного видео. Данного прохождения. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И пишите в комментариях, кому нужно ли прохождение первого эпизода и второго. Я думаю, что нужно. Но не скоро. Потому что еще очень много надо всяких игр заснять. Ладно, всем пока.